Смысл? Я не против того, что ты появился. Оказывается, можно вот так. Это весело. Или я знал это. Ты в хардкорную игру? Почему хардкорную? Нормальную. Олдскульная такая. Ну, олдскульная, не олдскульная. Ну, но графон не прикольный. Да, все отлично. Я знаю. Мало таких игр. Мне эта игра нравится, я просто в ней заигрываюсь. Я поиграл в ней чуть-чуть. Чуть-чуть? Больше не смог. Затягивает. Затягивает так, что... Что Олег пропадает и все. Так, Огр ушел. И ладушки. Налоги 630. Это хорошо, хорошо. А ты этот нанял пятерых защитников своего поместья. Они по 10 монет за день. Так вот. Я просто думаю. Нормально, ненормально. Я тоже думаю, что произошло. У меня всего ничего денег по-настоящему. Пойти туда, что ли? Куда пойти? Куда? A blade in the dark. В Афро, что ли? Так я в ней уже. Или туда? Куда туда? Ну я тут по карте просто ориентируюсь, думаю. Куда бы пойти? А. А я хочу сейчас зачистить третий и четвертый уровень и тогда в арку пойти. Если смогу зайти. Все-таки она сама по себе тормознутая. Так, как вниз попасть? A blade in the dark. Я нахожусь сейчас на третьем уровне. Удалить вкладку. Так, сабля, сабля. А, вот. Наверное, это... я собираю саблю. А, вот где сабля. Сколько здесь тафурби? А, чё? Здесь извращенцы. Где? В Акфу все извращенцы. Почему? Потому что здесь все извращенцы. Особенно Тофу. Да. Ты об этом? Чем они тут занимаются? Чем они занимаются? Обычным делом. Так, а это что за цифры? Играют. Я тоже вот пришел играть. Минус так. Один. Надо лететь. Тихо. Я все матал. Всю же? Просто оббежал всему все. А чё она небольшая? Я просто не переходил на этот, на остров, который там, за 30 грамма. Меня что радует в игре этой? А, тут бесконечный сундук есть. Называется, думал, что не буду выполнять квестов, просто буду пинаться. Так, что за...
неожиданно. Неожиданно, что я увидел квест. Well, let's see what lies this. Я ожидал квест. Так, а что здесь надо сделать? Of course. Что, трапер 190 уровня надо? Я не такой пока задрот. Пока ну, дерево так... попытался, дерево пособирал чуть-чуть. A blade in the dark. А Эш много насобирал? 200, наверное, где-то. Что? 200. Эша? Маловато. Да, я знаю. Хайзела чуть-чуть. Ну, ты видел, сколько нужно хайзеля? Не знаю. У меня есть эти ростки чесната. Кучка. Надо будет посадить. Штуку 80. Штуку 80. Не 80 тысяч, а 80. Я в курсе, только 80 тысяч набрать ли помещает. Да, по-моему, до 1000 там ее. Ну да, 990. Ладно, пошел туда. Знаю, что здесь надо сделать, но пошел туда. Вообще рано сюда на самом деле я пошел, но. Олегу не терпится. Олегу интересно. Это Денису не особо интересно, потому что в свое время он все эти локации зачем-то отбежал. Костоплазма нужна, да? Да, костоплазма это вообще самый... У меня 54 штуки. Я просто там же. Там же пыль какая-то падает. Ты вчера находился? А я вчера перезагрузил компьютер и вместе с компьютером перезагрузился. Ну, да. Ну, в плане того, что я уснул. Да, да. Я так и понял, куда ты пропал. Взял, сбросил молча. Хотя бы... Олег, до свидания бы сказал. Да я хотел, я не хотел говорить до свидания, знаешь, потому что я бы подсоединился и все бы. Но тут произошел маленький казус. У тебя постоянно какие-то казусы происходят. Kill them all! Ну бывает. Аргулик 75. Это типа цветы. Эту троллей пинаю. A blade in the dark. Мне нравится эта локация, где вот эти. Одни топоры бегают и. Где кто-то другие что. Я просто уже. Сколько сейчас? Два мерцинария просто зачистил. По мапке. Ну, первый и там второй. Понятно. Я-то еще ничего не чистил. Ну, ты это не можешь, потому что у тебя проблемы. Bring them down. Всегда проблемы. Да. У меня же проблемы. Проблемы. Ваш кристалл. Что, наверное, такая хрень. Нет, не напал. Чё мне теперь? Да? А, ну недалеко. О, а здесь чё? Сюда? Да, целись целый дух. Не хочу, похоже на портал. Не, похоже на данж, но я пришел в локацию. Деревья растут, рубить нельзя. В убыток будет там, ну этот. Отношения у вас. Понимаю. What is it?
Ну, пришлось только чистить там. 16 собирать и... подстригать. Так, похоже, страницы... из моего журнала выпадают страницы. Я не знаю, выживает ли какая-нибудь часть моего повествования в этой экспедиции. Мы думали, что Скейда потерялась вместе с Эдригой, но она вернулась, неся странную печать и самодовольную улыбку на лице, несмотря на свои травмы. Она тяжело ранена, и Мерик ее лечит. Тем временем я изучил печать. Она выглядит замысловато. Маленький гематитовый камень, окруженный Адри. Похоже, один из наших предшественников пытался перевести некоторые надписи, которые встречаются в этих руинах. Согласно его рукописям, эти печати носили три английских надзирателя, у каждого из которых было свое имя. Страж, строитель и писарь. Эта печать принадлежит стражу, который защищал руины от вторжения опасных тварей. Нужно признать, ему это не очень хорошо удалось. Знаешь, тут имена такие: страж, строитель, писарь. Прям на смультика похож. У них тоже там это... Кто чем занимается, так его и зовут. Ну да, так и должно быть. Зачем какие-то особые имена давать? Придумывать какие-то имена, если можно. Халберт. Это не черный слизняк, это синий слизняк. Что он меня обманывает? Keeping an eye out. As you wish. А что это за доска? Доска почета, что ли? Зачарованная доска? Зачарованная. А я стрел нашел один. Меня не интересует сериал. Понятно? Yes. Keeping an eye out. Посмотришь на работе. Нет. На работе? Шути. Ну, зря ходит. Так что будешь в метро Называется сериал «Берсер». Наверняка интересно. 97-го года. Ой, нет, спасибо. Не, просто понимаешь, как он смотрел? Графика... Может быть, не особо, конечно, но... При этом все же... В чем тут графика? Мне просто не хочется смотреть сериалы. А продолжение в 2016 году началось вот только недавно. Правда, чтобы смотреть это продолжение, Олег, тогда мы должны смотреть сначала сериал, потом посмотреть фильм, три штуки. Расскажите, что это за месяцы тут стоят? Почему так вообще тут не забыть? Уйди. Уходи. Уйди. I'm shooting the wheel.
Я же знал, что здесь надо сделать. Как туда подойти? Yes. У меня уже все повысились в левеле. А я не заметил. Of course. О боже мой! Это что за хрень такая? There's something ahead. Хрень. Здоровая хрень меня хочет убить. Ну правильно, так и должно быть. Так, давай ты сюда, а ты сюда. Now that's ты, just tacky. Сюда. И ты повернись. Ты повернись сюда. Гигантские жуки, которые пытаются меня убить. Сразу таки было. A blade in the dark. No prisoners. А, вы земляные? Я думаю, вы долго не убиваете. У меня иммунитет на... A blade in the dark. Привет. 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 И вам здравствуйте. Привет. И вам два привет. Не. Мне просто кажется, что у меня тут музыка играет. Точно такая же, как и в игре. Как в... Да нет. Как в Звездных войнах почему-то. Да не, другая. Была браузерная игра «Звездные войны». Так вот, там звучала, well... примерно такая же музыка. Hello. Ну, наконец-таки Hello. Большой урон стал наносить. По сотне хотя бы. Лестница, что ли? Лестница. Давайте бегите. Что ли? Так, это то, куда я знаю, я пускаюсь, да? Или то, куда я не знаю. Знаю, не знаю. Да, я это знаю. Пятый уровень. Шестой уровень. Интересно, меч, получается, находить можно и не только на первых пятых. Это я думал первый, пятый уровень будет. Нет, нет, нет. Так, надо будет сделать привал перед тем, как идти дальше. Ой, 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 напугали. I'm sorry if I was a little tactless before, about your being a watcher. I didn't really understand what was involved. Is it hard hearing the spirits all the time? Так, южный заслон, строительство завершено. Угу. Так. А нужны башни. Теперь...
А так. Так, смотрим. Что там? А, там голова у нас. У нас есть голова. Круто. О, правильно положил. Правая. А может неправильно. Так, вынуть хризолитовую. И сапфировую. Не, я не буду. И вкусно, вкуснее, чем это. Угу. Настоящий. Так, так, так.